Большое отдельное каждому спасибо. Несмотря вообще ни на что. Ну, а Макс, это... Такого капитана больше никогда не будет. Берегите его, ребят. Пожму тебе руку. Я тоже хочу сказать всем спасибо. Они мне помогали, подбадривали. Если она справится, она будет просто мой кумир. Если она справится с этой проблемой, тем более, если она справится с ней самостоятельно, пребывая дома. Мне жалко, конечно, что так случилось. Но, как говорится, это и жизнь, и шоу. Когда-нибудь все равно же мы все пойдем домой. У меня вот твердое намерение дальше идти. Ну, похудеть, да, к концу проекта. Хочу показать, да, что я сильная, я смогу это, я приеду еще покажу. Чтобы ахнули наши, моя команда особенно. Я приеду вообще другим человеком. Я благодарен каждому из вас за то, что судьба вот свела нас в таких достаточно экзотических для меня условиях. Мы рука об руку, плечо к плечу, иной раз и спина к спине. Действительно прошли через очень многое за такой небольшой промежуток времени. Единственное, хотел бы сказать, берегите себя, не жалейте, но берегите. Я теперь поняла, что такое чувствовать себя гораздо легче. Я хочу ходить с ребенком, гулять. Я хочу вечерами гулять с мужем. Если раньше я этого не хотела, то сейчас у меня стремление к этому. Я безумно этого хочу. Ребята, я, во-первых, очень рада, что я попала с вами в одну команду. Я вас очень люблю. Хочу последний раз сделать наше коронное «да-да». 3, 4. Да! Я всем хочу сказать огромное спасибо, что 6 недель мы жили вместе, почти не ругались, не ссорились. У нас была очень дружная команда, и я надеюсь, что она такой же останется. И что мы соберемся после проекта. Будем... В моем ресторане. Да, хотелось бы в моем ресторане, но как пойдет. Я всем желаю добиться тех результатов, которые они хотели. Удачи вам всем. Ребят, давайте без обид, давайте попрощаемся. Все. Посмотри, не забудь. Давай, Петя. Спасибо тебе. Давай, лопался. Все нормально. На финале встретимся. Встретимся, конечно. Давай, Майя. Обниматься буду вот так. Ну все, ребят, всем пока. Пока, Саша. Пока-пока. За это время для меня каждый из вас стал более чем близким человеком. Фу, не могу подождать его. Ребята, я вас всех очень люблю. Не поминайте лихом. Вы знаете, что я всегда с вами. Не останавливаюсь, я достигну. Да, я надеюсь, что я не остановлюсь. Заряд есть. Спасибо. Такой предоставленный подарок. Я благодарен безумно этому проекту. Я все-таки 32 килограмма на этом проекте потерял. Все, что мне не нужно, ушло. То есть сейчас на тебе тот вес, который тебя устраивает? Нет, осталось еще чуть-чуть. Сколько? 25 килограмм. О, хорошо, и ты планируешь сбросить их вне проекта? Я планирую сбросить их вне проекта. Я считаю, что я... Еще поборюсь. Где заканчивается одно, начинается другое. Совершенно мне верно. Пора отправляться в свое путешествие большое уже в настоящей жизни. Всего хорошего. Я просто пожелаю вам, во-первых, удачи, стремления не терять ни в коем случае мотивацию. Не ревите. Держитесь, крепитесь, и мы встретимся с вами на финале. Я вам еще покажу. Самое главное в нашей жизни, чтобы мы оставались людьми. И вы мне это доказали и показали. Спасибо за то, что вы были в моей жизни, за то, что вы, я надеюсь, останетесь. Ну, если хочешь обняться с кем-то, обнимайся. Идите сюда. Я? Да, пожалуйста. Почему нет? Я буду всем говорить все. Спасибо большое. Удачи, Леш. Все, не останавливайся. Да. Я очень рада, что в моей жизни случился этот проект, это преображение. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто мне помогал на этом пути. Одна, как показала моя жизненная практика, я бы не достигла таких результатов. И я очень рада, ребята, что это время я провела с вами. Я очень рад, что меня жизнь свела с этими людьми. И с многими теми, кто
уехал раньше, очень все подружились, сблизились, пройдя все эти испытания. Испытания были действительно очень нелегкие. Всем этим ребятам я желаю большой удачи в весе, с Петей, совместных каких-то усилий. Ну, надеюсь, пригласят на свадьбу. Я тоже надеюсь, пригласят на свадьбу. Ну, Димке, естественно, открыть ресторан, повар. Никогда это не бросать свое любимое дело. Очень сильно сблизились с Максом. Громадной удачи. Победы всем желаю. Ну, Макс победил бы, наверное, был бы рад. Макс достоин очень сильно, он как машина работал. Умный, целеустремленный человек. Дай Бог, чтобы все получилось у всех. Я рад, что вообще попал на этот проект, что вытянул билет счастливый. Я взял свой приз, собственно, главный. На нашем примере я бы хотел, чтобы все бы тоже не опускали руки в любой ситуации. Все это возможно. Здоровье – это самое дорогое, что у нас есть. Я обещаю, да, при всех, что я сделаю это. На финале я буду весить 85. И запомни, Дим, пожалуйста, что выбывший не всегда оказывается проигравшим. «Взвешенные люди». Финал завтра в 7 вечера.